Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна. Я уже много лет живу в Риме. Люблю гулять по вечному городу и изучать его самостоятельно. Присоединяйтесь к моим прогулкам. Мы находимся на площади Моргана. Она получила свое название от древней семьи Моргана, одной из самых могущественных средневековых римских семей, у которой с XIV века здесь был дом с башней. При входе на эту площадь создается впечатление, что вы находитесь в маленькой деревне, со зданиями, архитектурный стиль которых варьируется от средневековья до XVII века, и с атмосферой, которая передает ощущение древности. Эту площадь я сегодня пробегала, торопясь по делам, ну а вы возьмите на заметку, когда будете в еврейском квартале. Дома на этой площади оставались неизменными на протяжении веков. Сейчас это место очень любят фотографы. Я сюда еще обязательно вернусь, чтобы подробно показать ее вам. Вот такой здесь миленький дворик с велосипедом и цветами. В 2 минутах ходьбы от площади Моргана находится Палаццо Маттеи, во дворик которого я тоже советую зайти. Вот здесь как раз хорошо видно, как можно дойти от площади до палаццо. А здесь хорошо видны главные достопримечательности, рядом с которыми находится Палаццо Маттеи. А сейчас мы заходим во внутренний дворик. Семье Маттеи раньше принадлежал целый квартал, который называли «Остров Маттеи». Частично он находился на землях римского гетто. Семье принадлежало множество зданий, среди которых было 3 дворца, и назывались они «Дворцы Маттеи». Мы находимся во внутреннем дворике одного из дворцов. Этот дворик был спроектирован специально для размещения коллекции Маттеи. Стены покрыты древними фрагментами, здесь есть части от саркофагов, рельефы, надписи. Все они размещены внутри рамок, по углам которых виден герб семьи Маттеи. А также мы видим, что дворик украшен несколькими римскими статуями. Вообще в этом дворце раньше находилась богатейшая коллекция. Сейчас эта коллекция украшает многие музеи и частные коллекции не только в Италии, но и за рубежом. Во втором дворике есть фонтан в виде маски. Вода стекает в полосатый саркофаг, украшенный 2 львами. А на стенах размещена небольшая коллекция. Это здание выполнено из кирпича и травертина. Дворец известен еще тем, что в 1601 году здесь жил знаменитый Караваджо. После исчезновения семьи Маттеи здание перешло государству, и в настоящее время в нем находится библиотека и институт современной и новейшей истории. Еще раз повторю, заходите во все открытые двери, и только так вы сможете побывать в римских двориках, как этот. А еще обязательно поднимитесь на 2-й этаж по лестнице, ведь дверь же открыта, и вы увидите много интересного. Это 1-й внутренний дворик. Там вдалеке находится 2-й внутренний дворик с фонтаном маска. И попасть во внутренние дворики Палаццо Маттеи можно с 2 улиц. Двери всегда открыты. Рядом с Палаццо Маттеи находится площадь Маттеи с очаровательным фонтаном черепах. Фигуры обнаженных юношей, выполненных в бронзе, такие элегантные, что ходила легенда, будто бы их автором был Рафаэль. А в 17 веке при реставрации фонтана Бернини добавил черепашек. Их похищали как минимум 3 раза. Сейчас здесь находятся копии. Уцелевшие оригиналы хранятся в Капитолийском музее. И вот как раз здесь вход во внутренний дворик Палаццо Маттеи. Не пропустите! Я уже на улице Джоббонари. Это одна из моих самых любимых улиц шопинга. И тут я вспомнила, что ни разу не показывала вам одно очень популярное место. И сейчас я исправлю это упущение. Пройдем немного дальше и покажу. Я иду по улице Джоббонари в сторону Кампо дей Фьори.
На маленькой площади с церквушкой Санта-Барбара, зажатой между домов, находится типичная римская таверна «Филетти ди Бакала». Самое популярное блюдо – это жареное филе трески. Длина этого филе 10-15 сантиметров. Цена 5 евро за штуку. Это настоящий римский деликатес, который надо попробовать. Треска в хрустящем золотистом кляре. Треску можно заказать на вынос или же присесть там же за столик. Единственный минус, что открывается таверна в 17:30 и работает до 23, а в воскресенье вообще закрыто. Но когда таверна открывается, здесь быстро выстраивается очередь. И это место берите на заметку. Вы обязательно должны попробовать Филетти ди Бакала. А этот магазин напротив таверны. Я продолжаю путь по улице Джуббонари. И вон там уже Кампо дей Фьори. В это время лучше не показывать Кампо дей Фьори, так как там убирают после рынка. И я свернула на одну из улиц, отходящих от площади. На Кампо дей Фьори лучше приходить утром, когда работает рынок, или после 5-6 вечера, когда там все уберут после рабочего дня. Сами понимаете, мусора там очень много. Если и вы пойдете по этой улице, то эта улица приведет вас прямо к площади Навона. Здесь, как и на многих римских улицах, находятся джелатерии. Здесь же по соседству можно купить пиццу или сладости. А сладостей здесь огромный ассортимент. Выбирайте. На углу улицы находится японский ресторан, а вон там вдалеке – римский музей. Вход туда бесплатно. Берите на заметку. Автобусы проходят по курсу Виктория Эммануэля II, а это японский ресторанчик. Затем я перешла дорогу к Корсо Витторио Эммануэле II, прошла через дворик Палаццо Браски и выйду сейчас на улицу Говерно Векью. В осенне-зимний период в Риме темнеет очень рано, и уже где-то в 4-5 начинают включать освещение, что делает город еще более красивым и загадочным. А в некоторые магазинчики даже и заходить не надо. При таком освещении все хорошо видно даже с улицы. Думаю, что каждый из туристов тратит много времени на выбор подарков и сувениров для своих друзей и родственников. Я, в свою очередь, хочу посоветовать вам магазин, где найдете очень много красивых и оригинальных изделий из муранского стекла. Здесь есть браслеты, серьги, часы, вазы, изделия из серебра, фигурки зверей, брелки, разнообразные тарелки. Если вы поклонник муранского стекла или что-то слышали о нем, то советую зайти в этот магазин, и вы точно останетесь довольны своими покупками. А если попросите скидку, то сэкономите на большую порцию мороженого. Как раз по соседству находится замечательная джелатерия «Фриджидариум». Обязательно загляните в нее после выхода из магазина. Thank you.
На улице так сильно потемнело, что я запрыгнула в первый попавшийся автобус и поехала в сторону Термини. В вечернее время Рим очень темный город, и даже не спасает его освещение. Хорошо освещены только главные достопримечательности Рима, а если вы свернете на узенькую улочку, то там вообще темно. Я еду сейчас по улице Национали. Вот я уже и на Термини. Сейчас сяду в метро и доеду до самого дома. Вокзал Термини – это не просто станция метро, а это еще и железнодорожный вокзал, откуда можно доехать до любого города Италии. Тут же у вокзала очень много такси, можно воспользоваться и их услугами. Прямо на улице у входа в вокзал выставлен экспонат итальянской машины. Спускаясь на эскалаторе вниз, чтобы выйти к метро, обратите внимание, на полу есть метки, они помогут вам дойти до линии метро А и линии метро Б. Если приехать в Рим поздней осенью или зимой, можно заметить, как изменилась не только природа, но и итальянская кухня. Многие едут сюда именно в это время года, так как здесь наступает настоящий рай еды. Время самой разнообразной зелени, овощей, фруктов, которых летом не найти. И даже в это время начинают продавать уже рождественские сладости. Если летом в жару есть совсем не хочется, то зимой можно много чего попробовать. Не так жарко и вечера длинные. Все для приготовления каштанов. Ножницы и сковорода с дырочками. Обожаю жареные каштаны. Пандоро и панеттоне – это рождественские сладости. Их продают как большие, так и маленькие. В каждой упаковке есть сахарная пудра. Ее высыпают в мешок, где находится выпечка, завязывают мешок и хорошо встряхивают, чтобы со всех сторон обсыпать выпечку. А уж потом можно и пробовать. Будете в Риме, обязательно попробуйте. В это время таких сладостей в магазине очень много. Картофель, анчоусы, оливки. Посмотрите, какое разнообразие, в том числе и филе трески в центре. А сейчас я приглашаю вас на несколько минут в магазин посмотреть, как украшают витрины к Рождеству и к Новому году. Вот такие украшенные свечки обычно ставят в центр стола. Thank you.
Но, грация. Мы спускаемся на эскалаторе вниз. А мужчины, как обычно, смотрят футбол, пока женщины делают покупки. А это в торговом центре кинотеатр. Сегодня даже небольшая очередь в кассу. Покупаешь билет и подходишь вот сюда. Здесь находится 12 залов, могут показывать одновременно 12 фильмов. Игровые автоматы для детей. А это целая стена со сладостями. Чтобы не было скучно смотреть фильм, набирают сладости и попкорн. Вот такие разнообразные сладости. Вы насыпаете в мешочек и идете взвешивать. Мы вновь с вами в парке акведуков. Несмотря на то, что ноябрь, в Риме цветут несполи. Они будут цвести всю зиму, а ранней весной мы уже будем есть вкусные плоды. Обожаю несполи. В парке все так же зелено и цветут цветы. Даже и не скажешь, что ноябрь. Небольшая детская площадка, и тут же по соседству занимаются спортом. Вот такой небольшой спортзал под открытым небом. А коты весь день в травке валяются и никого не боятся. Обратите внимание, что нижние ветки пиньи обрезаны. Их обрезают каждый год, тем самым формируя их пышную шапку. Вот они, красавицы пиньи, издалека. Еще немного осенних цветов, и я буду прощаться с вами. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца, и за лайк.
На моем канале накопилось очень много видео. Те, кто подписан на канал недавно, переходите на главную страницу канала Тати Рома и смотрите видео хотя бы за 2019 год. Они помогут вам в планировании вашего отпуска. До новых видео, друзья!